Базарная площадь со смотровыми площадками на местную реку – это уже второй проект нерехчан по созданию комфортной городской среды. Первую общественную мечту – детский пляж – благоустроили в прошлом году. Дизайнерские разработки рыночной части площади в историческом центре Нерехты готовят жители вместе со специалистами. Лучший проект выберут горожане на народном голосовании. Задача – не нарушить археологический слой, то есть не уйти глубоко в землю, не глубже 40 сантиметров. Данная площадь это представлена большим перепадом высот. Предусматривается на площади размещение торговых навесов, также мест для отдыха в виде лавок. На данном участке предусматривается устройство одностороннего движения с асфальтовым покрытием. Предусматривается устройство небольшой дренажной системы. Кроме того, здесь планируют автостоянку, газоны и цветники, а также символ Нерехты. Как будет выглядеть эта малая архитектурная форма, зависит от фантазии жителей, которые примут участие в специальном конкурсе. На обустройство площади потребуется 4 миллиона рублей. 3 из них выделяет областной бюджет, 1 – казна города. И это еще не все, что задумано нерехчанами. Это 30-летие Победы, сквер, который находится у ДК «Юбилейный». Сквер очень значимый, проходит очень много мероприятий, и городских, и районных. И все же это лицо около вокзала, которое сегодня требует реконструкции. Он планировался на 2019 год, но участие муниципального района Игорь Евгеньевич Малякин дополнительно убедил, и нам выделили денежные средства в размере 2 миллионов 900 рублей. Мы в этом году также будем его реализовывать. В сквере решили жители, необходимо вырубить старые деревья и посадить кустарники. Асфальт недолговечен, поэтому дорожки предлагают выложить тротуарной плиткой. Ну и, конечно, установить малые архитектурные формы, разбить газоны, установить светильники и скамейки. Одна из сложных задач, которая стоит перед исполнителем работ, это перенесение вот этой вот часовни. Ее поставят на специальные строительные домкраты и с помощью катков перенесут на 50 метров в другую часть сквера. С епархией это мероприятие согласовано. Работы на обоих объектах запланированы на начало июня. Ольга Смирнова, Евгений Барашков, телекомпания «Русь».